Странник появился из пустоты, которая окружает все вокруг. Теперь мы знаем, что пустота... Я еще все грузу ведусь. Теперь мы не боимся ступить в пустоту. Недалекие умы будут утверждать, что ваши силы кощунственны. Вас будут сравнивать с гнусными колдунами Улья. Так... Ну-ка, дай-ка я убедюсь в том, что он стримит. Не просто сидят в комнате. Опять будут болтать до 6 утра. А, ну завтра уже выходной. Ты в курсе? Нет. Завтра типа, а-ля сегодня, ну точнее вчера уже. 4 число ведь было, 4 ноября. Угу. Я не помню, что за праздник. Нормально. Но был какой-то праздник. Ну и хорошо. Что такое пустота? Когда ты внутри... Ну да, когда не работаешь, ты теряешься в днях. Если в ней ничего... В неделе. Вакуум меж звездами. Запах гнили, металлический привкус. Оглушающий рев, который можно услышать лишь в полной тишине. Шаманы минувших дней закрывали глаза, чтобы увидеть мертвых. Я убеждена, что именно те люди первыми открыли для себя пустоты. Свет странника позволил нам улучшить их методы, пройти до конца по намеченному ими пути. Истина откроется тебе в мгновение ока. Еще один осколок странника. Но мы не одни. Да я заметил. О, новый уровень. Девятый? Угу. У меня уже пол девятого. У меня уже пол третьего. Нет, пол девятого уровня. Я понял.
этот осколок привел нас сюда. Я уверен в этом. Ну а силу лучше. Это дар от осколка. Давай им воспользуемся. Ну давай воспользуемся, только хер знает, как им пользоваться. Ты уже забрал осколок? Угу. Там дальше типа что-то? Ну да, опять бегать, что-то собирать. Странно, вроде трансляция у Марин закончилась, но при этом показывает 4 часа 35 минут из 4 часов. Нормально. Да ну, револьвер так себе вот этот, то что спецспособность. Прям вообще не очень. Но она быстро заканчивается. Но у меня тоже один удар всего лишь спецспособности. Собирает сферу, стреляет и все. А, 3 патрона всего лишь у него. То есть его прокачивать надо. Нормально, тогда. Ну и чё, блин, долго я сражаться ещё буду? Но они у меня тоже ещё появляются. Ну я, извини меня, когда зашёл ты сюда.
Я уже в телепорт прыгнул. Ну, я уже осколок активировал. Ну. В смысле, какой? Осколок активировал, типа, появился револьвер, как спецспособность, да? Но... Ну, я всех перевалил, там появился такой мини-боссик, я его завалил, пошел в телепорт. Ты... Почему у меня не появляется этот мини-боссик? Надо всех мелких завалить. Я понимаю, я завалил всех. Уже и не раз. Да, там не раз. Я перехватил сигнал. Вот. Они вызывают подкрепление. Вызывают подкрепление, наконец. Пипец, блин. Да. Чё? Чё там? В телепорт прыгаешь и всё. Ну чё так, ой, себе прям долг очень. Уверен, что странник намеренно привёл нас в лес. Удивительно, сколько пользы может принести старый осколок. Угу. Так. Так. Ой, это... Консоль. Чё, куда? Я вот думаю. Поехали на Титан, последнюю кампанию пройдём. Сейчас, последнюю, я тут посмотрю. Оружейные материалы из зеленых, если что, выпадают, когда их разбираешь.
Да, получается. Ладно, я проще к тебе просто присоединюсь и все. Ага. Ну, я как раз ящик нашел. Падшие зависят от своих прислужников, которые снабжают их субстанцией под названием эфир. Но из этого выскребли весь эфир. Все, умри уже, ну. Изи пизи, лемон сквизи. Внимание всем постам. Обнаружен кетч. Судя по тепловым сигнатурам, они выгружают оружие. Путевые листы. Они часто торговали с одним поселением. Ого! Которое очень далеко. Называется Гиперион. Так. Или вам конец. Че, пойдем парням помогать? Угу. Раз уж тут такая фигня. Эй, я не допрыгнул. Ау. В смысле, блядь? Так. О, господи. Тактическое преимущество у нас. Так держать. Все, изи. Ага. Прошли варвер. Я подойти не могу. О, все. Мне опять шлем, блять, мусорщика. Заебал. Че, запускай сюжетное. Все. Тут еще один сундук. Там дойти до него надо вроде. Еще один сундук. Нормально. А вы щедрые сегодня.
Где еще судок? Вот. Где, ниже. А? Ниже. А, вот он, все вижу. Ага. Нормально. Че, не дойти? А, нет. Походу. Ходу а, сюда. Вот сюда. Начать да, вот она. Чинить интернет, уёбки. До сих пор красный, блядь. Давай, хера. Что это там? Гружусь, пока видос смотрю. Охренеть, блин. О, прогрузился, музон пошел.
Чё? Можно бежать. По данным Холидей, большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Важная цель бросила добычу. Это означает только одно. Там сеть процессоров. Мощных процессоров. Даже способных расшифровать сигнал Кабал, что мы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Да, вообще можно? Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них. Это опасно. Я не знаю, что нас ждет. Эй, бля, я думал, здесь заберусь. Блять! Загрузка. Сука. О. Сука, блять. Кажется, падшие пытались пробиться через эти плиты. Нормально. Нормально. Они пытались, а Максим только пробился. Угу. По-моему, операционная система аркологии снова работает. Как знала. Теперь ищите терминал доступа к ОС. Ты куда пошел? Не знаю. Сюда там. Ну ладно. Эй! Только я думаю, сюда можно. О, пылесос. Там робот. Опять загрузка, блять. Зато я на робот-пылесос пока позалипаю. Они тут катаются. Ой. Процессоров глубоко внутри, на служебных этажах. Аманда, это то, что мы ищем? Бинго! Именно оно! Хорошо, я получил координаты. Двигаем вниз. Крипово. Да нет. О. Дудух. Ау. Нет, дальше идти, они дальше там есть. Ух, опасно. Кажется, Ули прорубил нам дорогу. Можно спуститься в ту дыру. Все-таки туда, окей. Сейчас мы точно на территории. Ох. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание. Окей. Угу, поздно. Это что было? Моя граната.
Дальше. Во, лезет. По мордам. Изи. Тут пролететь надо. Угу. А там куда? Попасть вон туда, вот вниз. А, на желтую эту херню. Блять! Сука! Я не вообще умерла. Нормально. Зря. Ну, тебе-то ладно, да. Ну как бы да. Хотя все равно потратил. Блять! Позради меня! Не успел прыжок нажать. Бывает. Кого? Нет, явно не сюда. В смысле? Туда? Да. Ну, в вентиляцию, которую развалили. Ай. А где наш бот, который говорит, ну, стреляй? Ага. Вот это уже стрёмненько. Непонятненько. Я помню, ты сдох, да? Вниз. А, вниз. Нет. А, я понял. Что с маленьким количеством хп лучше, я понял. Не бойся, у тебя руки прикольно светятся. Так вот, я тебе говорю, перчатки. Нам вон пройти надо. Вот, от меня это еще, от меня на от моего взгляда это еще PSG смотрится. Типа, знаешь, как будто солнцем покрыто. Это лабиринты, сука, какие-то. Вообще. Буф. Опа. Лежим. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Фу, танки! Им оттуда не выбраться, командир. Страж, сможешь пробраться в центральную часть аркологии? Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. А нахуй по танку. Погнали. Да, будет сделано. Давай я тоже возьму. Уху! Задавил. Мафынка. А как стрелять? Никак. Уже у штурвала готовлюсь к вылету. Скоро буду. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А почему опыт не считает за задавленных? Не знаю. Так нечестно. Я их давлю. Вообще. Да. Мафынка. Бум-бум-бум.
Чё в смысле? Ты чё, сдох? Ты бы видел, что произошло! Я, короче, еду, и я наткнулся на какого-то чувака. Так. И подлетел. Вместе с танком. И улетел. Нормально. То есть вот здесь вот я взял и вылетел. Попробуй занять место второе. А как? Нельзя? Тут его нету. А. Я на тебе поеду. Значит, их на мне, да. Сейчас я только развернусь. Давай. Ну поверни. Ну поверни. Да? Ну. Эй, я падаю. Ну давай, я вижу. Эй, ну куда? Я жду. А опыта не дают, даже если я их убиваю. А, ну и все, значит, обломить. Вижу тебя, подруга. Скоро встретимся. Молодцы, вы оба. Доставьте процессор в центр. Мы расшифруем эти сигналы. Ну-ка, стой, погоди, стой. Да стой ты! Езжай. Вот так вот надо было. Читер. Блядь, почему я не записываю хотя бы? Ты бы... Ну или у меня Shadow Play нету, то есть, да? Я, блядь, тебя скинул бы, что произошло. Нереально, у меня труп застрял в бампере, блядь, и меня... Знаешь, как вот в GTA-шке, если в машине труп застревает, ты подлетаешь. Вот точно так же. Я улетел вверх. Нормально. И что, теперь одна из них не работает, типа, или что? Чего? Ну вот, эта станция, которая... Хуй же. Захватила эту нашу херню. Здорово. А, может нет, быть. На солнце там он что-то. Он добывает что-то. Они зовут его Всемогущим. Жемчужина Красного Легиона и детище его лидера. А, это краснолинейный. Гоул подчинил себе сотни миров. Они что-то просверлили, походу. Видите ли, Всемогущий уничтожает звезды. Ну да, они ядро просверлили. Минус планета. Ну и как это, да. Большой взрыв, ну, звезды. Честолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить странника и его свет. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Иными словами, война окончена. Мы проиграли. Херов там тачку. Проиграли. Я не согласен, да? Не, ну может вы и проиграли, а вот я сейчас пойду и лицо ему набью. Здравствуй, я на пару минуточек просто пожелать вам всего. Кусь, спасибо. Мы уже сейчас заканчиваем. Да. Пиздец, у меня задержка долгая. Угу. Меня сейчас знаешь где?
Ну. А мы только забежали. Лол. Как только процесс распиздили? Еще даже до него. Ебать. Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века. Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Во, перчатки. А, ну мы да, ты же не видишь. Чувак. Да, я говорю, во, смотри мои перчаточки. Потом вспоминаю, у тебя же свой персонаж, там твой персонаж показан. Промедление, смерть. Спасибо, Кусь, спасибо. Тебе тоже. Лапси, Гермес, пока ночи, сладких снов. Спасибо, да это можно читать-то. У меня ребра светятся. И что у тебя ребра? А, светится, ребра светятся, да. Это я да. Видел. И Кора, и Кейт. Спасибо, Кусь, тебе тоже спокойной ночи. Долго не сидите, так уже спать идти надо, а вы еще играете. О, доступен новый мир, новое задание. Найс. Нес, неисследованная ледяная глыба, затерянная на задворках Солнечной системы, она должна быть пустынна. Используйте панель навигации, чтобы отправиться на Нес и найдите Кейда 6. Ну, это мы уже сделаем завтра. Ну или в следующей серии. Не знаю. Какой так. Серии, блядь? Ну, блядь, на следующем стриме. Похер. У меня, типа, я, скорее всего, этот стрим нахуй склею и чисто на YouTube залью. Даже монтировать его не буду толком. Сейчас что-то ленту YouTube листаю. Ну, и так, понятное дело, там SCP, да? Там иногда выскакивает SCP 1598, то есть 1598. Знаешь, как называется? Книга о тебе. Всего и не перечислить. Но это место так и норовит пасть в прямом смысле в океан. Мы пошли по следу падших и нашли центр управления. Они какой-то рычаг потянули. И теперь из-за них нас тут... Ёб твою мать. Чё такое? Нажми на броню. Найти, ну, у себя на броню. Ща. Правой кнопкой мыши. Короче, ну, это... Биста, да, видосик, типа, по SCP-шке вышел длинный. На превьюшке, ну, видно по зрению, что он за деда, на превьюшке еще плюс две ящерицы и плюс дед. Угу. Представляешь, так играть? Нормально. Два деда, две ящерицы. Пиздец. Еще было прикольно, две печеньки. Плюс, да? Угу. И вообще жопа, все, не убежишь. Я еще гружусь. Я понял. То, что сейчас я прогружусь, посмотрю. Хотя, может, заканчивать, блядь, как хочешь. Да сейчас уже закончу, прогрузишься, закончу. Да ладно, я-то чё? А, ну да, надо. Там эти опять с кем-то сражаются. Пойду посмотрю с кем. Это кто? Паука вроде нет.
А, все, они уже победили. А можно мне? Блин, требуется участие в мероприятии. Я не успел чуть-чуть, ну дайте. Ну что, жадные что ли? Ой, понятно. Жадюги, фу. Ты им помогать бежишь, они... Вы не участвовали в мероприятии. Ну не успел я чуть-чуть, ну. Я поменял гудок на машине на звук выстрел. Теперь люди намного быстрее перебегают дорогу. Комментарий. Mm-hmm. Посигналил негру, началась перестрелка. Да, именно так. Посигналил негру, минус машина. Да, доступен новый этот... мир. Угу. Так, что там, на броню правую кнопку мыши, говоришь, нажать? Угу. Ну, информация, ну и чё? И всё, больше ничего нет? Да, улучшение. Смотри, улучшение. Может, для себя что-нибудь подходящее выберешь. Припасов. Стойкий прицел для плазменных, да. Что, будем прощаться? Да. Вот. Всем спасибо, кто смотрел этот стрим. Всем спасибо, да, кто будет смотреть это видео на YouTube. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. У нас с вами был Нелапси. И... ну, озвучил. Герми, ну... Вы же не... Что, стесняешься? Ну и что? И все. Нет. Как бы... автор ролика все это озвучивает. Ну ладно, хер с тобой. Ладно, да, все, ребят, всем спасибо. Увидимся, когда увидимся. Да, все. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.